Всем привет, друзья. О, как вы сейчас уже видели, вот такой вот суперсет работают плечи полностью, грудь, пресс, бицепс, предплечье, спина. Мощный суперсет, и иногда можно выполнять такое, чтобы разнообразить свой тренировочный процесс. Выполняем от 8 до 12 повторений, 3 подхода, этого будет достаточно. А я пойду делать второй подход. Друзья, всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Это действительно для меня очень важно, так как у меня канал еще на начальной стадии развития. Поэтому каждый ваш комментарий я читаю, оцениваю. Продолжайте, ребята, в том же духе. Пишите ваши пожелания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это действительно очень важно. Спасибо всем. Я сейчас редко работаю над элементами, так как, я уже говорил в предыдущих своих видео, я работаю по программам отжимания и подтягивания. Прогресс есть на самом деле, но отнимает очень много сил, поэтому элементы немного не вписываются. Но иногда по возможности я тренирую передний вис, уголок, ложок и так далее. На самом деле я очень жду, когда скорее снег растает, станет теплее, чтобы было меньше одежды, лучше сцепление с перекладиной, чтобы прогресс шел еще быстрее. Кстати, поставь лайк, если ждешь, когда же наконец потеплеет, и можно выйти полноценно потренить на улице.